Так, каски бам, лапу бам. Давайте бафнем с ним. Я его перекину. Рыба есть? У Санька рыба. Надо с ГБ вытащить. Сейчас. Ой, бля, а чё? А у тебя есть профа? У меня нету. У Егора, по-моему, это он. Всё. Четыре крита, бля. Почти совка. Саня, ты ехал. Все готовы, запускаем. Ехал, а все, запускай. Ну я запускаю. Запускаю. Вон он летит, Саня, сзади тебя. Блядь. Я затаунил. Подводи босс. Давай Геру, наверное. У нас, сука, никто не сбил каст. А тут кто только я, срез. ВДК. Касты. Просто проебались. Так наивно. Просто проебались. У рыбы сейчас ты быстрее хавать. Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. А чё лок с собакой? Нормально тебе? Он чё, Африк? Афлик, собака, да, должен быть? Да. Да. Там Дестрик Демон с этим лесом, да. Пробав? Дай, подожди, стой, сейчас я метки сразу сниму, потому что мне проще. А чё, кинь меня в пати с хилом. Сейчас, 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 конечно. Слушай, пати не раз. Да. Так. О, пойдешь? Ну да, все. Можно. Все, я запускаю. Моё терпение лопнуло.
а что ты делаешь? Потом прям на разница чувствуется сильно. Может, под поиск? Не, под поиск я был в тот раз. Я в этот раз припотнул просто. Бля. Зря это не суставно. Блять, хочешь там быстро как-то летит. А чё? Он юзхал? Он юзхал. Хильте, хильте. Нормально все. Пойдем. А, это, крест. Кто там? Я сейчас застаню, конечно. А давайте две, давайте две. Кто стой? А, вторая где, я не вижу. Где вторая? Веди, веди, веди. Я тут застаню, веди. Сейчас Геру дадим ко мне. Сейчас для тебя сагра. Подводи босса. Гера, еще минута. Еще минута? Ну, значит так, наверное. Будет. Сейчас я вот. Летел. Нормально. Сливай, 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 сливай. Вода грязи, кто может. Бля, там улетает она в него. Я пам, не урос, съел. На в нем. Не забудьте каз. Каз. Окей, эту бейте, эти бейте и... Еба. Бля, если бы щиты бы нахуй, если упали бы здесь. Саня, поездки нету? Да. Поверни босса, поверни, 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 поверни. Чтобы я мог скинуть. Прям въебал к нам поверни, чтобы, блядь, не мучиться. Типа Гера откатился, хотите. Давай, давай. А не, нет, блять, сука. Ладно, вон. Быстро разбейте эту сферу, бесконечно. Да, все. Вон, вон. Все. Как я про. Я просто поебался с ДПС, нахуй его знает, блядь. Так отлично хотел по сфере, которая там была вторая, ну. Так, не, все было бы заебись, если бы он меня не схватил, блять. Я бы ее атакрил, застанил, и все было бы. Ну так обычно есть, все было бы заебись, если бы не схватил. Ну, мог это. Было бы заебись, если бы ты бов не играл на сервисе. Да я вообще бы не родился. Это жестоко. Если бы не родился, все могло бы пойти по пизде. Он обычно берет, типа, те, кто сверху долбит, нахуй, он их презирает. Я когда за конта играю, я по КД летаю, нахуй. Спрашиваю, как он выбирает. Это рандом. Нихуя не рандом. Стойте под куполом сейчас. Охиливайте, пиздец. Ой, бля! А я пока ушел. Немножко. Ой. Жил, целый орлы. А то, блядь, я альтанулся во время теста. У тебя нету, да, уже гимна, по-моему, ты сдавал? Я сдавал, когда, да, нас чуть ебало не снесли там, на первой фазе. У нас есть три приста. А, этот, я сейчас сдал, когда дашь? Сами говорит, прохиливайте, я прохилю. А, ну и все, тогда только Максим, Келе не остался. Что, может, перебежим?
Макс АФК? О, Максань. Против Луганска просто ехал. Как же хуёво на котету парашу бить, блин. Это еще нормально. Так, типа, спину надо искать, пиздец. Просто дал все щитки, и он закончил каст на половине хп райдера. А теперь вспомни Калагарна. Ой, иди вообще. Давай там, Макс, это... Я на себя подставлю. Хилит там, не знаю, ну вай. Ну, короче, хилит там. Пусть срез хилит, я подымажу. Три стака накопили, разрядили. Щит на двух стаках минимум, не знаю. Нормально. Ну там кто шарит, можно на одном стаке сдать щит. Ну кто шарит, под конец каста. Ну, десятки каст не показывают, они, ну, этот сам каст. Срез. Блять. Так, а чё тут тыкать-то надо? Кнопки. Короче, делай 3 кп, огонь. То есть единичка накопил 3 кп, двойка разрядил. Когда в тебя смотрит, он типа выбирает цель, прилетели. Нажмешь щит, четверка. Не, пятерка, пятерка. Блять, блять, блять! Охуенно. Так прыгал. Нет, не стак я сдох. Потому что я, блядь, объясню Максу и сам, блядь, проебал. Yeah. Ладно, думаю, что. Очень я буду говорить, отлетайте. Честно, рада, надо будет отлетать. Нет, не, ну стойте, стойте. О, все, отлетели. А тут на друиде другие бинды, я что-то, блядь, жму, а нахуй, а не жмется. Мне не хватает энергии. Сейчас на буту прилетать. Прилетели. На 5 сверху сделал. Следующий каст перелетать надо было. По идее. Куда вы летите, блядь? Прилетели, прилетели. Вот сейчас прилетели. Ну когда в голове, блядь, во рту эта сфера загорается, next cast, он типа это, кинет ее. Вот next cast перелетать. Ну куда вы, блядь? Ёбаный стыд, блядь. Блядь, я рип, походу. О, нормально вышел. Сейчас перелетали, прилетели, блядь. Я стаки не проебу? Я проебал стаки, Макс, смотри. Да, а какие твои тут, дохуя, блядь? А, ну понятно. Ну, не, не проебал, нормально. По 30-ку ужали. Тут 2, 19, 1, 17, 2, 1, 15, 6, 6, 4. Три чела проебали стаки. Прилетели. Да, он догорит уже. Не, нормально, я по 32 тысячи жарю. Так, а как лут, лут, блядь, подожди. Я дохну того, да, возьму. Сестра моя, что ты? Я сделала, что там же групп лут, блядь. Ты не оставил мне выбора. О, Макс, война, это тебе. О, вот сын, нахуй. Хуя ты валяет лакер, ну? Да. Ты не видишь, выбивает свой пояс на шубу. Охуенно посох на шубу выбивает. Ой. Это просто какой-то капец. Мало того, что одна ткань падала в РЛК, так еще и это. Да-да-да. Там сердце, никому не надо сердце. Вам тоже, да, одна ткань падает. Мне надо сердце. А что, все? Теперь это нет. Пропало? Она... Все. Она а пропала. Где? Пропала. Ой, слетим. Драконий погост. Какой из 10, блядь? Ты, Хаока. Что? Че за сердце? Ну, Кость, значит там. Короче, с Накса берешь с Апферона квесты там, и там с него типа это, ну... На шейку. Шейка бедра. ВВС? Да, ой.
Сейчас связки голова, если упадет, заебись будет. Ты посох забрал? Да-да. Лица. Давайте сразу вообще с чернем на там сколько 80 СПД плюс. Давай. О, блять, а у меня там реги. Что посох нормальный такой? Посох он на ШП прям. Так чернила нахуй на 80 СПД, а не на этот. А не на персон. Подъебал. А прикинь, типа, ну тебе типа чел чернул берсу, и даже типа не он не заметил, не ты не заметил, курс, и ты гоняешь с берсой. Да, это да, зачем как он. Пугарыди говорят. Чарочка называется на скорость. Как там? Черная магия? Да, она хуйня. Это хуйня. СПД лучше, конечно, таки тоже надо начать. На прок это первый хуёво. Чисто мы берем пуга пристата, у нас три приста в десятке. Че берем пугу? Пуга в приста вчера брали в 25-ку, а теперь у нас в десятке три приста. Ой, я теперь везде буду, и в десятках, и в 25-ках. Все, Макс в деле, скилл на пределе. Сейчас будут разъебули. Сманите, пожалуйста, для территории. Карригер надо варчик себе только сделать будет. Ты че варчиком будешь кормить? Ну хер знает, посмотрим. Не, вообще пристом, я просто думаю, теперь пусть прист мейном будет, а твинка воина сделаю. Ну сделаем. У нас почти что все то же самое, только наоборот, ну с X3. У меня был мейн прист, сейчас у меня прист твинк. А, ну нет, ну, у всех остальных типа так и было, так и осталось. Мах, элок. Ваня, может быть, персон будет тоже. СМП в карьере. Так, я с 25-ки, помню, сдавал квест, да? Да. Будь здоров. Кто ты был? Так, а знаете что? А мы тупанули. Мы могли сначала пойти Накс, чтобы потом пойти Ока и там квест забнул. Шею. Бонус. Или только один человек может полутать? Один. Кто? А, один. Нет, не один. Ну, в смысле, нам в любом случае нужно решить вопрос сотая. У нас Войт и Телгрин. Телгрин, окей. Okay. Это Телберн ОТ. А у кого инчант есть? Кто там тебе помочь зачать? Санёк. Абу-Даби, сейчас. Абу-Даби.
18 кактуса. Все, у меня уже ШП так уже тоже почти что собран, неплохо. Ну, уже половина точно есть на ШП, у меня шмоток. Сразу этого, да? Пизда. У меня вон, смотри, какие есть ножки и грудачок. Сейчас я тебе покажу. На ШП, смотри, нормально же? Не понял только, когда же это успел выбить, но... Сань, поиску кинь. Ты мусор, рыба? Ой, а я додик, я проебался, бля. Да. Вот чисто разница, блядь, ну, какие-то пиздец. Им плюхать надо. Мы на призыве? Да, он призыв. Дракон нахер. Бля, я хочу тут Тринкости на Хантае быть, который вот сейчас у Далрина. Бля, мне так впало фармить нахуй и... Вообще фармить ее. Какую? Которая ПВПшная, блядь, которая с критом и проком. А, бля, ну... Которая похожа на эту, на... Я понял. Угу. Вы не чали? Ну, типа она лучше, чем карта, ебать. Да-да-да, вот она. Она лучше, чем карта, ебать, ну, на Ханта, но, блядь, под её фармить мне впадло, кстати. Сколько там нужно рейтинга БГ, чтобы её купить? 1600. Чё, не бегай в поехали. А, Арстал пишет 3к рейта, ебать. Да, 3к. Вон, Женька, ну, Женя бьёт. 3к это для А6. Типа 3к, это сколько, блядь, нужно выиграть, блядь, БГ? Да хуя, да? Капельку. Я вчера один раз ходил, 3к поднял. Кажется, держи в курсе. Пиздец. За 2 дня, может, ты постарался. А если в падлу старался? Ладно, посмотрим. Если, бля, ну по 500 в день, если типа не узнать нахуй каждую игру подряд. Да, она реально, она ПВЕшная нахуй. Типа, почему ПВЕшная, ПВЕшная. Это просто гир такой сейчас. Что нет нормальных макетов. Нету, она реально ПВЕшная, но просто, ну, тут нету ничего от ПВП, нахуй, просто в ней. Ну, рез убрали, всё, блин.
Не, она крутая. То, что есть крит, а не локоть, как в этом, ну, как в карте. Для ханта это заебись. Придется фармить ее. Тем более, сука, она 26-я. Ляна у меня, а это глава лапнет. Это только для типа для, ну, для кастеров хуёво. Получается, с ними БГ оформлено. Хотя на самом деле я бы на Лока, на самом-то деле, в седьмом сезоне, в восьмом, я бы ее таскал бы. На Афлика. Может, я даже себе и на фарме. А что надо на кастер? То ну, там, она, там хоста, там с хостой, если эти три, не понял? Прожимная на хосту? Не-не-не, вот это проковая, 45 секунд КД с хостой и с критом там такие есть, понял? Угу. То есть такая тема. Ну, там наверняка есть и СПДшная. Да, и СПД еще есть. Это, пристабаф, рыбу вроде снесет. Телдрин спекнул? Ну, Телдрин ОТ, Войт этого. Все, все, пуляйте, можно пулять. Сейчас не бурстим, стоим просто. Ждем. А, ты тут хочешь? Бля, ну, плохо. Диссонанс, да, голове? Разница. Ну, разница-то никакой, он просто диссонанс, то, что по-другому, на другой стороне просто. Ну, что делать, я не понимаю. Это новая тактика или что, блядь? Да, такая же тактика, просто зеркальная. Все, ложимся, на. Все, бля, это Ро. Это Ро, нахуй. Ро, Рома. А, нахуй, ПС куда, ладно. Просто герой давай. Че, герой, нет? Через 3 секунды можно давай. Все, давай. Сзади волна. Макс, по ситуации сразу инер мне. Тебе сейчас дать? Можно, можно дать. На, держи. Он в тебя залетел или в хаос залетел? Не в меня. Залетел. У меня просто макрос на хау был, я, может быть, перепутал. Так, что, я заливаю дракончиков? Дракончиков срочно залил. Там стена, стена, стена. Я залью дракончиков. Давай. Подхит за зубы. Блять, забились. Я дракончик убил. Заливаем, заливаем. Еще ушли. ШПшки дайте в этих дракончиков. АОЕ дайте свой хуйню. Там волна, волна, волна. Афлик тоже залей в дракона. Жутко семь... прям залей. В дракона просто семечку ебаши. Да все, можно другого набить уже. Там стена, стена, стена. Пошли долги. Да подводи его по рестартриону, влекливайте. Там стена. Чеченец, ты в луже. Да, я вижу, вижу. Уже не вижу.
чё, в портал заходим? Да, портал. Ой, блин, разум. Кто хилит остается? Иди срез с ними. Да. Как котиком заебись, тебе на стену вообще похуй. Многим классом так. Ну на ханте, наверное, да. Паром наоборот, пиштяк чардж, можно прожать и выйти из тела. Там получается, ты заранее просто езжаешь, ну, ты в стену ебать и все, ты просто сквозь нее пролетаешь. Когда тратишь ГКД ебать? Нормально у меня котик дамажит? Или хуйня? Нормально. О, нормально, да, реально. Всё, нихуя ты его, да, нормально так приодел. К 100. 4 профана добил, ДПС подрос. Хочу 108 его почекать, там же типа этот, ну, реген, типа, клир каста будет. Напишешь, 108 хочешь почекать. Я почему десяток выйдет? Бля, сложно закрыть десятку, на фолу еще, бля, 4 нахуй хранителя ебать. Долго, очень долго по времени. Так, давай, нахуй, Сашка, фас нахуй. Сашке фас. Ну я поиску дал, и он тебя погнал. Изи. Почему? Ну я смотрю, я урон по боссу. А, не по боссу. Ну я проебал, типа, два раза тут на боссе. Я еще типа не привык к этому. Как... Ну да, да, это по один. Там перчик. Хила шея. Ебать, и чё, я в него ещё токен упал, поняли, ебать? Ебать, лакер, нахуй, да. Кольцо боешное, кстати. И кольцо боешное ему упало. И сумка трофеями мне упало. Угу. А чё, блядь, а, понятно. Пацаны стоят. Угу. Обделы. Гонна. Бля, самый пиздец начался на. Пиздец.
И получается, голова нужна токену. А, ну и все, в принципе. Вообще не то, что токен, просто голова любая. Больше нихуя не надо. Пойду курну. Давайте перекур там минут 5-10. Ну, минут 5-10. 5 минут перекур. Курните там. Я тоже пусть отойду. Кому ждем, блядь, Олег? Не знаю. Ну, меня суманите на территорию. Макс, походу, отошел.
Так, я тут что поехал. Че, не умираю еще? Попробуем. Раз, когда я это слышу, пять из десяти. Скорее, блядь, не умирающего, а на отлетающего, блядь, верну. Отлетающего идем. Типа вчерашнего только тактика, которую он типа этот перед фильм купнул, типа метки, мне понравилось. Я думаю, так можно. Какая тактика на ком? На этом. На Хейген? Хейген. Ну, в смысле, он ставил метки. Не, типа, ну, как, он ставил их, короче, на границе, типа, на зону. Саня, Будаби, чекни лес, пожалуйста. Они, типа, они просто где нужно типа, стоять, понял? Проблема-то не основа в Хейдене, блядь. Сейчас тут нет, проблема в Хейдене была. Не, в Гробулусе большая часть запоротых краев, если честно. Сейчас посмотрим. На Хейгене это в смысле ты, ну, загриндить можешь этот результат. А на Гробулисе всегда рандомная какая-то хрень происходит. Ну, последний кадензи не замечал. Ну, в смысле, с ним всегда так, когда ты не ждешь подвох, он шлеп и весь рейд положил, паркнул там куда-нибудь. 10 людей вышло и такие. А, у нас на пула, да, нет? Ну, значит, котик отлетит. Надо было мне тут тоже ВНХ спехнуть. Зачем тут хил? Второй хил не нужен. Чё-то шп без ман. Нате вам ману. Спасибо большое. Я теперь, короче, понимаю, как тайминги нужно. Ты про кота? Да, короче, по таймингам обнуляться. Ну, тебя хуйня ДПС, так как хотели бы. Не, ну на самом деле нет, я проебался снова. Я думаю, больше не хорошо. Че, больше ты ходи котом и ради? До спятки. Я еще на X3 хотел все котика, блядь, сильно, но сука, что-то не солить будет. Ну, по веселее роги, допустим. Мы сегодня в 10-й с вами будем с тобой хили получается, да? Да, со мной. Нет, ну я говорю. Саньком говорил. А вообще, ну типа смысл, если ты дамажишь нормально, я просто. Ну, кстати, да. Я с пладина похилю. Ладно, да, сами жизнь. Я что думал, что мало. Ну, типа, тут тоже, если ретрик будет. Типа, ретрик-то тоже заебись нужен. Типа один. Мне так похуй, где-то можно испекнуть. Да мы, в принципе, с этим прохилим смысл. Вообще без проблем тут будет. Там обход восклепал, ты считаешь? Мне надо, чтобы Трик упал, типа, которая рдушная там, она мне очень сильно поможет, чтобы я мог типа нормально вообще обход вот. Она скал падает. Скалдарно? Скалдарно падает. Там 100 духа просто с куста. Там не то, что там и дух, и это, как уменьшение затрат маны. $300 за 100 приподов, это же дешево, да? Да, дешево.
попробую. Вон Лефортова, я 5 стаков его убил. Еще 4 осталось. Ты как их купил? Ну, на хосту купил. На ханта. Не-не, хосту... Я думал, дикомаги. Ну, у него и дикомаги это 3 сотки. А, 350 дикомаги. О, чатики, ник Лефортова. О, меч красивый, кстати, трансмог. Смотрите, какой. Чё, блядь? Что, ты роблишь? Маг, забирай себе. А, подожди. Нет, да он бы уебище, блядь. ДКшник, ДКшник на форстак. Да или нет? Ну, вообще заебись был. Ну, подожди, он 1.6. Да такой себе на ДК, на самом деле. Да, он 1.6. На трансмог. На танка можно. Так, знаешь, типа, как затычка. Ну, не, почему? Транс... Вот Локу на трансмог может какой-нибудь прикольный подумать. Да, у него конечно. Да, вот. Он там сейчас с лицом. Ну да, да, такой. Ням-ням делает. Ням, да, он кусь-кусь делает. Бля, вообще это орная хуйня какая. О, а я же забыл медведя забить. Где он? Типа плюсик 4 в том, что типа вот ты даже двинка делаешь, он по факту от мейнов может, ну, не так далеко отставать, потому что стрелков нету. А как мы глута будем убивать? У нас кто будет снимать с него дерсу? Зачем снимать? Десятки не надо снимать. Понял. Чё, я вообще его соло танчил. Правда, я уже овергир тогда был в этом на X1. Так у нас свой твердый жирный, да? Чё, поехали. Ой, меня больше волнует, кто водить будет. Не? Маг. Чё, Гера, сейчас? Да, можно. Кто здесь спалил? Я вообще ебал с тусуна. Че, далеко? Я здесь пора. В смысле, близко здесь? Да нормально. Мы сейчас уйдем оттуда, она пропадет. Проводи еще. Еще веди. Потерялся. Это я типа один хуй проявывает, если на ДПС едет. А куда ведь? А, ДПС у тебя охуенно до 208. Ну сильно я в ротации прям проявлюсь, пиздец, я даже не рассчитаю. Оу.
запорол ачивку, я банный рот. Ты сдох? Ну, серьезно. Быстро меня скушало просто это. Нам надо уже всем перебежать туда куда-то, на, к стенке. Да, он был. Мы его уже в ловушке, блядь. Запорол очевых сдох. О, Макс, перчаточку сделал. Нахила. А он шага. А у него мейн. Шесть одинка. Ничего себе! Разорвать. Свирепых укусов, хотя максимально 13 тысяч. Уууу. Хуя себе, у тебя 4 свирепых укуса, 4 крита. Законно вообще? А там, там же это, типа, у меня талант, у меня своего 54, плюс талант 25. Ля-ля, ебать ротация, нахуй, без вес. 3 с пола просто в ротации. А нет, тут, на самом деле, там сложно, типа, забей. Там нужно, чтобы постоянно все бафы, блюды висели. Там, на самом деле, нужно тайминг знать, короче. И плюс, типа, надо всю спину бить, типа, на самом деле, код не легкий. Присуманите, вот. Я спек поменял. Ой. В реске, ну, конечно. Там, вдруг, ты хуяришь клевый. А Ладомир, Ладомир с кем разговариваем ходит, да? Да. А, Лока не разговариваем, мы ходим. Не дошел. Лок не дошел. Что-то, блядь, Дима молчит, но спит. Обычно у него, блядь, столько фулдов. Он рейд. Чё ты? Он здоровался, вы же там рейдите. Здорово. Не, просто у тебя столько, блядь, фулда, ебать. Обычно. Чего, блядь? Ну, шучу. Ты меня, наверное, с собой, Сань, путаешь. Возможно. И вот опять ты приходишь, вижу. Ты, блин, спекайся. Телдерина тут нет. Блять, у меня зависло, я уебался, сорян. Помянем, помянем. Давай, самое. Да Егор в десятке может и в ретрике там поперетаунчивать. А, Телдери. Мы же так делали нормально. Mm. Я что-то путаю постоянно Телдери на Ладомир, ебать, не знаю почему. Может, паладины, потому что... Максим, давай свой посох, черну тебе. А я сидел на кое. На ДК сколько меткости? 11, 12? 13? Имеешь 8. 8? Я могу типа мишку. У меня в смысле должно быть написано 8, ты имеешь в виду. Нарисовано. Не, ну я точно не знаю, по-моему, 8. Не, ну я могу типа инстинкты плюс дубовку нажать, как бы что-то. Должна быть и написано, нарисовано если еще. Цифра 8 такая. Ты пиздец, ты там не внук Петросяна, а? Короче, типа, я тебе фокус дал. Получается внук. Мне 2% меткости получается не хватает новых штанов. Не, я типа, вот я взял фокус, я на тебе секунду дебафа не вижу. Я вижу типа дебафа, да, но секунды я не вижу. Я хуй знаю, сколько. Нормально, бой, тартанчик. Не, ну ты просто скажи мне забрать, я заберу. Ты Телдрим? А, ты Телдрим говоришь? Ну так, ну пусть, а Макс, чё, вы чё, какая разница? Оба не видите дебаф секунды вот эти или чё? Не, у меня типа просто там, ну это как, без секунд, понял? Блять, так мышкой наведи и будут секунды.
Они мелкие, блядь. Лапа барабана, блядь, что-нибудь. Хуй знаю, ну значит вайпнемся, блядь, хули. Э, а хули у меня, блядь? Будем снимать. Давайте каску, да, берса похуй, тут главное сретаунтить. На 7 секунде забираешь с меня, когда 7 на мне остается. На 4 я забираю обратно. Если по-другому делать, то просто его заебашит, блядь. И на мне будет 10 стаков, и мы выпанемся. Ну давай, я окей, я сделаю, окей. 7 секунда, ебав. Ну ладно, давай. На 4 я обратно забираю. Лок, дай СС помогу. Что я, блядь? Без одного таланта, типа, хуй знает. А рыбу но... ставили или без рыбы? Похуй. Да, пойдем. Все равно лапу давайте. Лапу, давай лапу. А сколько ты дебаф, если где он? Ты не помню, блядь, секунд 15. Он его обновляет каждые 10 секунд. Вот он 15 секунд висит, на 5 секунде он его обновляет. На 7 забираешь, на 4... Смертельная рана, да? Да. Окей, я понял. Макс, не смотри на меня, стесняюсь. Слушай, а сколько стаков, или он там сколько, как он вообще делает? Ну, 10 стаков минус 100% от хила. То есть, а сколько, ну, сколько стаков на тебя должно быть? Да, ну, похуй, типа, главное, чтобы в берсу ты не забрал. На 4, на 5, окей, похуй. Я понял. 4 стака примерно нужно уже забирать. Ну, окей, я понял, давай. Ну, бля, поехали. А чё, просто ПС куда-то, ОПС, блядь? Зубы дать не вариант? Нет. В смысле, зубы можно на того, кто спит, оставить. Чё, Геру сразу? Нет. А, когда? 2 минуты ещё. Понял, понял. После того, как этих выбили. Я вижу только один старт на тебе. Сейчас главное, 3 уже. Секунды, секунды, главное, видишь? Секунды вижу, но сколько стаков не вижу. Я про нож. Да. Еще пока сидит. 4. Сейчас. Давай, я вижу. Можешь снимать. Давай, забрал. Нормально, да? Да, да, все. Аля, ты здоровый. Ну, после этой берсы можно, в принципе. Сейчас. Может, награболт составить? Давай, забрал. Пойдем. Видишь, как раз между берсой, нормально. Ну и все, в принципе, тут уже до конца можно просто отбить спокойно. Давай, берсу. На каких экзекутка у лока? 25? 25. Это сосалка 25. Плант у меня 25. Не прососал. Ты уже можешь кидать. Ну, он прям попробуй. Макс, кинь мне на пиздец маны. Где ты там? Не стою. Да вот, гриппа оттуда мобает. Ты его переагрил там. Лом или чем. И один вообще забагался у меня. И вместе стоит. Чем, о чем как стоит стрелы, блять, голоство не стабильно, а вот, поехали. Ну да, ну дал это себе. Нас так и дуба. Я не шарю, значит. Ладно, ты что-то падает. На холи паладина, блядь. Нахуй не нужно. Мне даже распалить в падлу нажимать, потому что нужно, блядь, нажать раз и два, ебать. Просто проще нажать крестик. Ну. Суманете меня еще раз.
Да блять, что за такой фрейм ебанский? А вообще, Аполлору, типа Тадиус, кто он такой вообще? Этот, Франкенштейн. Ну, в смысле, это... Как это сказать? Чувак сделал... Тадиус, не помню, как, кто конкретно его запилил, но на его создание пошли эти жители какого-то города там. Типа, если вслушаться, то... Ну, то есть врубить звуки в игре, вслушаться, там будут крики типа «Help me, help!» Все дела. А когда его убить, перестанет во всем Наксе вот эти звуки, ну, слышаться. Типа душ? Крики душ, да. Не боюсь, это какой-то ужастик получается. Ну, на а ты, ну, типа, не видишь, что тут как-то не очень стремновато. Как-то не айзы. Да привыкли, что Вовка мультяшная игра, типа. Суманите? Ну, анимешники, Воверы, да. Тут мрачности как бы маловато, ну. Ты подбавить мрачности. Ну, типа, вот смотри, вот у меня над головой печенька такая, она же яркая, такая красивая, блядь. Какие ужастики, блядь, все похуй. Ну, типа, мрачности, пацаны. Конечно, вот, Сань, посмотри вперед. Как бы это не печенька, это пуговка, ебать. Или щит. Я говорю, посмотри вперед вот на этот череп нарисованный под Тадиус. Вот, скажите, мрачно становится? Как бы и не страшно, в общем. Ну, черепок, блядь, так, глаза разные. Давай это. Элдер налево, Войд направо. А вот под ним какие-то платформы, ебать. Я налево, Лок направо. Макс налево, Литературе направо. Рыло налево, Абу-Даби направо. Хилы там, ну, можете как это называть. Селес налево, Хао направо. Я направо ушел. Ну, то значит наоборот сделать. Метки я поставил, красный дебаф, крест, синий дебаф, синий квадрат. Нарчи, привет. Мне вот интересно, кто из вас лучше затанчит, Пал или Мишка? Да, Пал. Да ладно, что? Поехали, го, все, пуляй, го, поехали. Мишка, ну как, он по другим вопросам. Мишка хорошо танчит боссов, где дестабилизирующий удар есть. Потому что он не собирает защиту. Ну да. Он уклон собирает. Ну, у него есть талант, который аналог защиты, но работает по-другому. Это урон уменьшает. Смотри, если чё хит Алдрина, он его шибёт нормально. Кстати, дестабилизирующий удар есть на этом боссе, как его зовут? Скажите мне, структура. Последнюю, которого мы не убили. Торим. Но я так посмотрел, все равно два танка убивать. Так что... Хотя, по идее, если Мишку запустить в комнату и арену чисто заряженных пацанов латников вставлять, то можно и в одного танка. Сомневаюсь. Ну, мне кажется, не на таком уровне шмота все-таки. Ну да. Ну, должен быть капец заряженный там. Чтобы ДДшек выкинуть. Право, стопнись. Вы слышите демоны войны на? Стоп. Демоны, блин. Нихуя ты. Не умирай. Все, домашки. Все, давай. Опа, бля, кто нахуй? Ну-ка, опа, бля, все, бля. Такая точка, блин, прыгнула. Ручка, белая сиручка. Да. Так, а как мне его бить, блядь? Спину он бьет? Манглом бей в лицо. Подальше чуть-чуть. Во.
Ну, есть вообще-то тактика специально для таких рейдов, когда вы берете танка, упираете в стену, вот в этот вот, а все остальные просто на рейндже за спиной стоят. Вот где я сейчас, допустим, стою, видите? А танк в третьей точке. И танк не перебегает, и он всегда спиной стоит. Типа, чуть-чуть меньше места становится, и бегают все, кроме танка. Хау, ну ты там где-то стоишь как-то хуёво. Я тоже как-то заметил, что что-то происходит не то. Ну, блядь, это, стороны света перепутал. Ну, красная хуйня у тебя, видишь? Встань к нам. Хау, ебаный шашлык, блядь. Главное, стоит, блядь, до 1000 хп просаживается и дальше стоит. Ну ладно, ДЦ. КПС накручивает, да? Лимиты стоят. Хардмод. Давайте вам этот... После следующего сдвига Геру даю. Хуйня, кстати. Почему плюс, блять, оказался там, где, блять, должен быть минус? Ну, метки поставили так. Ну, я понимаю, а типа, блять, в 25-ке по-другому же, не? Так, то так же. Не может быть. Или 25-ке было по-другому. Ну, типа, я отлично помню, что, блять, где сейчас стоит минус, был плюс. Тирайтесь и все, чё. Странно. О, дрот. Слушайте, он тот меч вкачил, вот этот меч, два трансмога, ебать. А что, типа, нету, ну, типа, разницы, где стоять, то есть в каком месте? Ну, минусом и плюсом. Либо слева, либо справа, то есть вообще разницы нет, да? Конечно. Я думаю, тут, типа, всегда, типа, обязательно, чтобы было... Вообще похуй. Даже дверь открыта. Так, а чё, мы закрыли... Мы закрыли чё, бля? Чумку или чё? Мы только меня закрыли, пошли военку. Говоянку. Да. А кому это, Локу, какому отдать тот меч первый? Так зачем? Ну, на трансмог. Отойдите от меня со своей. У меня одну тот скорость, как бы, мне поменьше же скорость надо, как я понимаю. Тебе 2.6 надо. Ну вот, 2.6 у меня выпал. Я сказал к тому, что можно вон тот меч и вот этот меч, два меча на трансмог, типа, понял? Ну, прикольно выглядит. Я просто к этому. Не, ну типа я Локу могу отдать первый меч, который выпал. Ты спроси, нужен ли он ему вообще. Ну вот я и спрашиваю. Который кусается? Да, который кусается. Лок, тебе нужен меч? Все, вообще пухнет. Кусь-кусь! Бери себя меча и делай все такое. Это уренчик. Да мне нравятся мои на трансмоге. Кстати, у Турена вот взять, у него типа все большое, да. И у него типа вот некоторое оружие, да, вот на других расах оно уебищно, ну, типа, смотрится. Да, типа, а на Туренах заебись. Ручки, ну вот эти рукояти, типа маленькие, а на Туренах они вообще там большие. Да, есть такое. Ой, там это трэш.
Интересно, Гавайс меня убьет? Этого Тори Махрея? Убьем, убьем. По-любому. Прям уверен. Да, я захилю там все нахуй. Ой, там много мобов. Подожди, дайте ему собрать. Не бейте, не бейте, дайте собрать, подожди. Можно там сейф какой-нибудь. Сейчас забивай. Саня, кинь ПС-ку. Не. Там эту не сагду пройдёшь. А вы мимика будете убивать в обычке? Вы не разговаривали? Мимирона? В обычке, наверное. Ну, посмотрим. Но вообще Гавай, как бы он склонен это, к хардмодам вообще по КД. Он все хочет закрыть в хардмодах. Ну, просите на нем или просто все склонен. Ну, типа, я не против. Если там время у пацанов будет, но там вроде вчера в группе писали.